Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я покажу, как моют мою машину в автомойке. Подъехали к автомойке. Сейчас вот мы заедем. Так, сейчас кочка будет. Вот здесь мы... Занавески сделали. Не было. А, не было, да. Не было. Вот здесь мы моем свою машинку всегда. Так, загоняем машинку. На мойку. Опа! Назад немножко, назад. Все. Отцегнали машинку на мойку. Нет, холодно. Сейчас мы ее помоем. Уже давно не мыли, мыли последний раз только где-то весной ранее. И вот сегодня решили помыть. Ой, шумно, наверное, меня не слышно. Сейчас будет вся белая-белая, вся в пене. Друзья, пока машина моется, мы пришли попить кофе. А вот там на экране наша машинка. Я это не говорила. Заказал, значит, кофе. Не знаю, понравится, не понравится. Я обычно пью раз шоколад, а его здесь нету. Друзья, шикарный кофе, просто. Вкус такой же, как горячий шоколад. Друзья, так как мы сюда часто ездим, мы оформили вот такую вот карточку, и на наш телефон приходят смс-ки, там какие-то акции присылают. Вот, очень-очень удобно. Вот нашу машинку уже вытирают тряпочкой, сушат. Сейчас будет блестеть.